I want to say something to you. Мы рады выступить сегодня здесь! The next song is a song for all the loving people. It's called Save All of the Love That You Have, okay? But I want to see your hands up. Come on! Come on! Мы были приглашены сюда, но вообще это длинная история. Здорово. Интересно услышать ее. Я не знаю точно, как все началось. Но однажды
студия BBFI, из России и наш менеджер Холгер Мюллер встретились. Говорили ли они по телефону, общались ли вживую, но состоялся разговор о нас, о возможном приезде в Екатеринбург, о создании фильма «Bad Boys Blue». Эти парни из BBFI интересны нам, потому что они нам симпатизируют. И они приехали к нам в Кёльн и сделали про нас фильм. И мы сказали, с этими ребятами мы будем работать в будущем. И это оказалось главным не только для нас, потому что, когда получаешь подобный фильм, ты не просто его смотришь, но и показываешь другим людям, европейцам. И разные люди говорили самые разные вещи об этом фильме. Но все говорили одно. Эти парни сделали фильм от сердца. Получился очень теплый фильм. Фильм очень личный. Вот так. И через BBFI, надеюсь, что говорю правильно, мы вышли на контакт с четвертым каналом. И вот мы здесь сейчас. Мы на пятилетней годовщине четвертого канала. Can take your place. No. Мы выступали по всему миру, в самых различных странах, на очень больших аудитории. Например, 150 тысяч зрителей. Но это было вчера. А мы же живем сегодня. Публика была счастлива видеть нас, и мы получили истинное наслаждение от выступления. Еще одна деталь. Мы работали на сцене, где было так много цветов, очень много цветов, и мы решили отдать после концерта Кудамо. Мы не стали ничего выдумывать, и решили передать эти цветы в детскую больницу с нашими фотографиями и автографами. Цветы несут любовь и должны дарить радость. В этом причина, что никто мне не покупает цветов. Okay, everybody, all you guys on the top, right? I think the next song. Oh, hello. Are you ready? If you wanted to die, I would give all my love for you. 'Cause I won't ever stop, I would give all my love for you. So why don't you believe it, I would give all my love for you. You will always receive it, I would give all my love for you. Yeah.
Мы были плохими парнями. Вчера. Мы были очень плохими парнями. Итак, вместе со студией BBF мы снимали видеоклип на нашу новую песню. Для съемок мы посетили тюрьму в Екатеринбурге. Я скажу, я попытаюсь это сделать, так как все еще не осознал, что видел там. Главное, я считаю, мы получили массу хороших впечатлений. Нам надо было снять несколько фрагментов в колонии. Мы хотели сделать это быстро, так как у нас было мало времени. Буквально за 2 часа. Была большая спешка, но все было сделано точно. Но мы были совершенно поражены другими вещами. Это был такой сюрприз, даже не знаю, с чего начать. Скажу только главное. Нам дали возможность своими глазами увидеть колонию. Нам показали все. После нашего шоу мы увидели все, где спят заключенные и другое. Мы вышли на сцену их маленького клуба. Но перед тем, как туда идти, мы одели одежду заключенных. Затем пришли в клуб, который был забит полностью людьми. Мы остались вместе с заключенными в зале и смотрели концерт, подготовленный специально для нас. Это невозможно поверить, но они специально сыграли живьем. Мы были в шоке. Это одна из самых известных наших песен. Мы были так приятно удивлены, что аплодировали в такт песни. Это было невероятно. Спеть третью песню. Нам захотелось выйти к ним на сцену. Я расположился у края сцены, а мы и Эндрю запрыгнули на сцену. На сцене появились 3 парня, загримированные под нас. Один был выкрашен черной краской, другие, как он и я.
Я подумал, кто же из нас я? Я просто обалдел. Затем два других парня, Мо и я, начали танцевать и петь. Хорошенькая молодая девушка. И стали петь вместе. Солировал Мо с парнем его копией. С такими же бакенбардами. А мой двойник был похож на меня так, что я сказал, это мой брат-близнец. Мы все дружно пели на сцене и замечательно провели время. Все было здорово. Мы подумали, что Bad Boys плохие парни, действительно плохие парни. Раз так, мы сказали Кириллу, спасибо большое за приглашение в тюрьму, там нас немного перевоспитают. Я думаю, что мы первая европейская поп-группа, которая оказалась в тюрьме буквально через день пребывания здесь. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Happy End. Спасибо за это начальнику колонии. Да, спасибо огромное. Извините, но начальник допустил небольшую ошибку, сказав, как вы выйдете отсюда, мы будем счастливы принять вас снова. Мы ответили, что подумаем над этим. Спасибо большое. Вы побывали на границе Европы и Азии? О, да. О, да. Мы вообще лежали на границе. Ноги у меня были в Европе, а голова в Азии. Вы лежали, а не стояли? Да. Да уж, я думаю, что вы не только первая западная группа, которая бывала в русской тюрьме. Вы первые, кто лежали на границе Европы и Азии. Да, мы были там сегодня. Если вы посмотрите наш новый клип на песню «Где угодно», этот эпизод — часть клипа. Вернемся к этому клипу. Вы с ребятами снимаете видеоклип на этот сингл.
Может быть, пару слов на эту тему. Практически мы посвятили этому весь сегодняшний день. Были в Европе, были в Азии, затем были заключенными, работали в тюрьме, в павильоне. Скажу только, клип делается очень профессиональными людьми, которые трудятся в поте лица, и мы тоже, и я трудился в поте лица. Я получу Оскара. Я очень хорошо работал. Да, он самый лучший. Ну, не превосходный, но терпимый. Съемочная группа работала очень профессионально, быстро, но при этом на нас не давили. А? Просто Эндрю пел из дырки. Нет, это Джон пел из дырки. Начали! Егор, ты жив? Мы не хотим об этом пока много говорить. Пусть клип будет неожиданностью. No, wait, now! Love just takes you there! Anywhere. Wait, go on. Okay. And it's come now. Love just takes you there. Anywhere. Beautiful. Итак, Bad Boys Blue, песня «Где угодно». Andrew, will you stop throwing stones at me, man? Leave me alone. Yeah, man, but I'm just bored, waiting for Mo. Where's Mo? Mo's gonna be along in a few minutes or something. I don't know. Just relax, man. Take it easy. Yeah. Andrew, please stop it. Will you just relax? And I just want to lie down here and relax. Okay, well, I'll throw over here, man. Man, I wonder what it's like in heaven. Hey, dreamer. Hey, guys, you know what? Somebody told me that this very spot where John is lying, yeah? It's the border between Europe and Asia. Oh, really? Yeah. You mean this line right here? Yeah, man. I wonder what it's like in Asia. Hey. Ah, dreamer. Hey, listen, stop throwing things over there, man. This spot is like a holy place to these people. They're going to put you in jail, man. Yeah, I wonder what it's like in jail, guys. Man, I'm not just going to sit here and listen to this. Wait, let's go find some chicks. Find some chicks? Hey, they have some nice Russian chicks over here. Really? Yeah, man. Let's go find them. That's what we're going to do. Just push the clouds away. Made my life a sin.
Так, ребята, ну-ка, что разлеглись? Ну-ка, встали быстро, быстрее, быстрее. Guys. Живее, скорее давай. Давай, yeah, живо yeah, отсюда. Yeah, okay. Давай. Okay. I think we better get back to the hotel, man. I wonder what it's like in the hotel. Oh, shut up, Johnny. Shut up. Come on, let's go. Anywhere. Раз, два, три. Anytime, anywhere. What song was it? Sorry, sorry, my man. All right. Yeah, okay. One, two, three, four. Any moment we live, any smile that you give, love take me there, anywhere. Desire in my eyes, it ain't no surprise. Love take me there, anywhere. Мы пили это целый Ready? Peace to peace. Zero, nine, six.
smile that you give. Love, take me there. Andrew, will you stop throwing stones at me, man? Leave me alone. Yeah, man, but I'm just bored, waiting for Mo. Where's Mo? Mo's gonna be along in a few minutes or something. I don't know. Just relax, man. Take it easy. Yeah. Andrew, please stop it. Will you just relax? And I just want to lie down here and relax. Okay, well, I'll throw over here, man. Man, I wonder what it's like in heaven. Hey, dreamer. Hey, guys, you know what? Somebody told me that this very spot where John is lying, yeah? It's the border between Europe and Asia. Oh, really? Yeah. You mean this line right yeah, here? Yeah, man. I wonder what it's like in Asia. Hey. Ah, dreamer. Hey, listen, stop throwing things over there, man. This spot is like a holy place to these people. They're going to put you in jail, man. Yeah, I wonder what it's like in jail, guys. Man, I'm not just going to sit here and listen to this. Wait, wait. Mo, let's go find some chicks. Find some chicks? Hey, they have some nice Russian chicks over here, man. Really? Yeah, man. Well, let's go find them. That's what we're gonna do. Surprise, love, take me there, anywhere.
Ребята, ну-ка, что разлеглись? Ну-ка, встали быстро, быстрее, быстрее. Guys. Живее, скорее давай. Давай, yeah, живо отсюда. Yeah, okay. Давай. Okay. I think we better get back to the hotel, man. I wonder what it's like in the hotel. Oh, shut up, Johnny. Shut up. Come on, let's go.